друзья, всем привет! С вами Санек. В общем, мотоблок уже переоборудованный под роторную косилку. То есть стоит шкив проточенный маленький. Я уже не помню, по-моему, на 50 я его проточил здесь. Ну а здесь уже, соответственно, шкив из тормозного барабана классиковского, чтобы ему замедлить, чтобы не бегать за косилкой. Но тем не менее, вот сейчас меняю масло, как бы сезон скоро уже будет в разгаре. Сейчас мы вообще ходим в одних футболках, плюс 25 на улице. Пришел вот такой вот шприц на 550. И вот в тракторе, кстати, поменял только что маслицо, ну, шланчик обрезал. Очень удобная штука, я вам скажу, друзья. Вообще занимает там считанные какие-то минуты замены масла. Вот, не надо там выкручивать, особенно на тракторе, когда неудобно сливной винт выкручивать, вот этот, вот, сливать его. Вот здесь сейчас сделаем то же самое в мотоблоке. Вот, а потом еще в картофелекопалке. Никаких проблем. Вставляем и откачиваем масло. Сколько откачали, столько и залили. Ну, залили по уровню. Может быть, чуть-чуть больше. Сейчас покажу, как это происходит. Удобная штука. Так, ну, запись пошла, да? Ну, шланчик я обрезал. Может быть, надо было еще короче. Ну, пойдет. А хоботом, хоботом вниз. И все. И начинаем масло забирать. Неудобно чуть-чуть, ну пойдет. Ну, получилось у меня вот так. Ну, возможно, его не хватало. Поэтому сейчас заливаю по уровню. И все. С самого низа картера все высосало. Так, налил свежего масла. Вот. И сейчас заливаю по уровню. Да и все. Там еще 5 лет. Вот и все. Процедура занимает, ну, минут 5. Без суеты. Все, друзья, на этом процедура окончена. Архи полезнейшая штуковина. Стоит 400 с копейками рублей на Озон. Даже не из Китая. Хотя из Китая, но тем не менее. Вчера заказал, сегодня прислали. Вот, как-то так. Так что, если у кого нет, обязательно обзаведитесь, облегчает весь этот процесс. Да не только замены масла вот, в мотоблочных двигателях. Но по большому счету можно сюда и бензина набрать, как разовая заправка того же самого триммера, да, бензопилы. Вот, дабы, да, я знаю, как это заливается. Постоянно начинаешь наливать, все облил, все в бензине. Здесь вот, пожалуйста, поставил в бак. Даванул всю дозировка, как бы есть, да, также же и масло можно в ту же самую бензопилу без обливаний ее же маслом залить. То есть сколько там в бачок влазит, там 200 грамм. Вот 200 грамм набрал, 200 грамм залил, все. И чисто, и быстро, и никаких проблем. Набрал полный шприц, грубо говоря, там дозированно дал и до свидос, как говорится. Вот. И вот такие вот дела. Да при применении ему
просто тьма тьмущая. В баке бывает эмульсия, ржавчина. Допустил шлангчик и аккуратненько его, эту эмульсию, собрал. Вся она пойдет вот сюда. Вот, как-то так. Ну, это я про мотоблочные двигателя и так далее и тому подобное. Штука годная. Ладно, всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся.